будет такое раннее утро. Соловьи поют. Пустим на фонограмме восходящее солнце на заднике пустим. Грустная музыка такая вдруг. Тишину раннего утра пронзают выстрелы. Вы поднимаете ружья и стреляете в нее. Цельтесь прямо в левый глаз. Стреляйте! А нам настоящие патроны дадут? У меня значок «Ворошиловский стрелок», я не промажу. Слушайте, ну и бредьте, а? Это театр. Тут имитация всего и вся. Какие вам патроны? Вы вот так вот будете держать палки, палки обыкновенные. Наташа, дай им палки. Где-то были заготовлены, ну. Вот они. Даем старикам палки. Так вот, вы будете держать такие вот деревянные ружья, тут пойдет фонограмма выстрелов, и вы палками, палками, ну в смысле ружьями, дернете так вот от себя и к себе, и все. Она упадет, и ружья медленно опустите. И закалится этим дымок такой, будто от патронов. Итак, она сказала свои слова. Соловьи, солнце, рассвет, вы подняли ружья, изготовились. А что, если я выскочу, вот так вот встану, руки раскину, буду ее защищать и кричать: «Нет! Нет! Не убивайте проститутку! Она не проститутка!» Да с какого печенька вы выскочите? Ну, она же женщина, надо ее как-то защищать. Да какая она женщина? Она сука и тварь! Предательница! Ну, она же говорит «нет». Ну, как-то это жестоко. Мы должны следовать исторической правде. Это не пошлый сериал, а серьезная история. Как вы думаете, Анастасия Олеговна, неплохой ход, согласитесь. Я вот так вот руки раскину и закричу. Ну, не знаю, но с чего вдруг? Мне надо обмозговать. Это придаст драматизма, согласен. Какого драматизма? Забудьте ваши актерские приносы. Можно я закричу? Слушайте, ну не бредьте, а на кухне дома у себя кричите. У меня главная роль. Что вы тянете одеяло на себя? Мы должны следовать исторической правде, правильно он сказал. А вы тут всякую чешую выдумываете. Ее чпокнули эти семеро козлов, простите мой французский. Расстреляли без всякого зазрения совести, вот в упор. Вы простите меня за толерантность. Я хотел как лучше. Еще раз говорю, дома на кухне лучше. Нам надо найти того, кто сделает контрольный выстрел. Кто может? Там, по свидетелям очевидцев, к ней подошел, уже бездыханный, подошел фельдфебель и выстрелил ей контрольно в голову. Прям вот так? Да. Мне нужен мерзавец, негодяй, уродина проклятая, гиена. Так, вот вы, идите сюда. Да? Вы будете это делать. Самый маленький, плюгавенький контрольный выстрел. Я вам зачитаю, что пишут об этом эпизоде, ну, чтобы вы прочувствовали. Она стояла, выпрямившись, и бесстрашно смотрела на солдат. Повернувшись к монахине, поцеловала ее и, сняв с плеч пальто, сказала ей: «Быстро обними меня, я буду смотреть на тебя, прощай». Она отказалась от черной повязки на глаза. Послав воздушный поцелуй солдатам, своим палачам, неустрашимая Матахари крикнула: «Я готова, господа!» По команде солдаты прицелились в грудь прекрасной женщины. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Прогремел залп. Она стала медленно седать, медленно опустилась на колени, все еще высоко держа голову. Затем опрокинулась назад и с лицом, обращенным к небу, застыла на песке. Фельдфебель подошел к ней, достал револьвер и выстрелил в левый висок. Один солдат, совсем еще юнец, упал в обморок в унисон с безжизненным телом двойного агента, прекрасной Матахари. Новость от известия танцовщицы, которая была казнена как шпионка, немедленно вызвала немало слухов. Один из них – это то, что она послала воздушный поцелуй своим палачам. Также, что ее предсмертные слова были: «Мерси, мансье, друг». В другой слух утверждает, что в попытке отвлечь палачей она бросила себе пальто и представила взору солдат свое обнаженное тело. Молчит, вытирает слезы. Представляете, какой ужас. Ну не знаю, но почему? Почему это меня так страшно волнует? Ее прекрасная, ее ужасная, бесславная смерть. Женя, стой. Да кто ее расстреливает? Ну как кто? Вот эти уроды. Ну погоди, ну понятно, что они уроды. Ну кто по национальности? Немцы или французы? Ну французы же, они немцы. Ну да какая разница?
Главное, что эти дрищуки поганые расстреливают красивейшую, прекрасную женщину. Погоди, погоди, ты сам говоришь, что нужна историческая правда. Ну а что теперь? Еще кастинг проводить на французских солдат? Да, наверное. Только помоложе набрать. Можно ведь, чтобы солдатам было лет по 20-25. Ну а эти, ну, старее попадьевой кошки. Ну, пиздрики, ну простите мне мой французский. Какой-то вялый маргарин все это. Слушай, не выдумывай. У нас бюджет не безремерный, не безразмерный. 100 человек на сцене будет. А где денег на это возьмем? Я поговорю с директором швейной фабрики. Кстати, именно в этой сцене сделаем скрытую рекламу. То есть? Ты тут закричишь про то, что ты проститутка, ну, то есть наоборот. И сбросишь себя одежды. Это надо играть крупным помолом. Павлов хихикает. А ты, дурочка, боялась, даже юбка не промялась. Так зачем она? Ну, чтобы они тебя не расстреливали. И что? Они увидят мои лифчики и не расстреляли? Опа-па! Вот поворот, а! Ну так было! Историки описывают, что она так сделала. Ну вот пусть историки описывают, что хотят. Описывать или... Так, все, хватит. Ты тут кто, режиссер? Я или кто? Или кто? Вы будете стрелять ей в голову. Не буду. Молчать! Вы деньги получаете, вот и стреляйте. Давайте я... Вот коммуняка поганая. Всех бы пристрелили. Да, да, я был и остаюсь членом КПСС. Да будь ты хоть каким членом, убийца. Итак, еще раз эту сцену. Итак, она отрицает свое участие в проституции. Кричит. Поднимает руки вверх, а потом резко, неожиданно для всех, сбрасывает себе одежду. Всю одежду. Ну вот зачем? Чтобы отвлечь их внимание. И что, они в воздух начнут стрелять? Или так возбудятся, что застесняются? Ну какая логика, я не понимаю. А те же Настя! И так она стоит перед ними голая. Прекрасно. Мне нравится этот спектакль. Тише! Так, еще раз, кто голая? Я голая? Ну это историческая правда. Не совсем голая, а в бюстгальтере. От нашей швейной фабрики большевичка. Да меня из дома выгонят. Вот первый раз такое слышу. Настя, ну мы же должны привлекать публику хоть чем-то. Ну чем мы можем привлечь? Ну а как ты хотела привлечь? Талантом. Ох, прекрати. Каким талантом? А что, моей голой попой и манеркой привлекать? Чтобы я перед семью с старперами разделась? В зале 800 мест. Ну и что? Ну ни за что, все. Ну попросим большевичку, чтобы они тебе и трусики красиво ажурно шили. И их будешь рекламировать. Яркое решение, я поддерживаю. Настя, ну прекрати. Это будет в полумраке, никто не увидит. Если никто не увидит, тогда зачем это вообще делать? Ну хорошо, прекрасно. Будем работать киношным способом. Это как? Выпустим на эту сцену, именно на этот момент, дублершу. Наташа, встань. Ты выйдешь в финале. В вуале, в полумраке, скажешь слова про родину и про проститутку, а потом... А, да, конечно, я уже всю роль наизусть знаю. Внуча, ты что задумала, а? Что? Ну вот, сбрось себе пальто, сделаешь рекламу большевички, а ты, Настя, в это время будешь готовиться к поклону. Будешь снять гремушки или в прихаловке курить, или носик пудрить. Будешь. Так вот, сам себе побудри чего-нибудь, а? Носик-то побудри себе! Передумал! Ну-ка сядь! Не успеешь оком моргнуть, как око светлой зари затягивается черным облачком. Тут же на твоей роли вон набегает хреново куча народу. Сядь, сказала! Я не могу так репетировать. А что, трубы горят? Ты же сейчас в буфете пил не кофе, а пиво. Хватит! А что? Да я ведь уже согласилась на все. Разделаю, что теперь делать. Пойми, репетиция, любовь моя. Где-то это я уже слышала. Шишли-мышли, сопли вышли. Да, космическое ощущение любви, возникающее на репетиции, должно катапультировать обывателей из кресла корнем вершинам духовности и всепрощенного, всепроникающего раскрепощения. Ой, хорош воду в ступе толочь, а! Ты вот эту лабуду и пудру рассыпай вот перед ними, а не передо мной. Космос горения вершин, горные вершины. Скажи яснее, что надо. Громче, четче, яснее, внятнее, раздельнее. Так, так и говори. И вообще мне надоело. Ни один спектакль не становился лучше от репетиций. Хорош, все, занавес на сегодня. Так, я умолкаю. У нас сегодня первая репетиция, впереди еще так много работы. А я приготовила чай, стол, бутерброды. Давайте дружно попьем чаю. Чего? Наташа отдернула занавеску, прикрывающую угол. Там и правда стоит стол накрытый, самовар и закуска. Пожалуйста, проходите, попейте чаю.
Да что такое? Это принос помощника режиссера. Я всегда так делаю на первой репетиции. Мне Иван Иванович, директор театра, сказал, что так надо делать, что это сближает очень сильно. Еще один Иван Иванович. О, вот куда деньги уходят, которые мы тебе с бабушки даем. Деда, помолчи, прошу вас. Прошу вас, прошу вас. Все идут в столовую, начинают быстро жевать. Павлов, Наташа. А вы артисткой стать хотите, да? Я чувствую. Не лезь к ней. Мне что, и поговорить с девочкой нельзя? Ешьте, пейте. Да, я хочу стать артисткой. 5 раз уже поступала в институт, не берут. Евгений Арнольдович, Анастасия Олеговна, проходите к столу. Нет, спасибо, что не хочется. Да давай. Какая к черту репетиция? Это самогон у вас? Да. В Европе это называется горилка, ракия, бренди, а у нас самогон. Да что вы, милые? И что, прям сами гоните? Расскажите, как? Гоню. А то. Ну, пейте. Все, пейте. Я не буду. А что? А то, что дело тут серьезное, и мне надо выступить. Тоже на мое место запроситесь, да? Тогда надо переодеться в женское. Это модно сейчас, мужики в театре вот переодеваются в баб. Кстати, всегда это смешно. А вот когда бабы в мужиков, совсем не смешно. Я не мужики в баб, я наоборот. Правда? Ну скажите мой текст в финале. Сидоров выходит в центр зала. Я не была проституткой и родину не предам. Я должна вам сообщить следующее. Я женщина, и зовут меня Сидорова Мария Ивановна. Снимает шапку, там седенькие волосы. Баба, бабушка. Все молчат. Темнота, занавес, конец первого действия.